Змеи в Ноябрьске. Сегодня к нам в редакцию один из жителей города принес видео, на котором запечатлена рептилия. Как рассказал молодой человек, встретился с ней он сегодня утром в дальнем СМП. И по предположениям очевидца, на кадрах этих гадюка, к слову, единственная ядовитая змея, обитающая в нашей местности. Эта встреча для всех закончилась благополучно, никакого интереса к человеку змея не проявила. Несколько дней назад похожую, по описаниям рептилию, видели и в ближнем СМП. Напомню, в прошлом году после нападения гадюки скончался 20-летний молодой человек, к слову, тоже из поселка Железнодорожников. Как рассказали в приемном отделении ЦГБ, в этом году укушенных змеями горожан еще не было. Ну а если вдруг такое случится, советы медиков. Выше укуса завязать жгут и выдавить капли крови, чтобы с ними вышел яд. Обязательно запомнить, как выглядит змея, если есть возможность, просто сфотографировать ее. И бегом в больницу.